Я человек деревенский, вот я подлетал к Светлогорску, давно уже тут не был, и я удивился, какой красивый край и кругом леса. Я вырос в такой местности, и тогда еще чище была наша Беларусь. И для меня это закон жизни. Экология – это важнейшее для меня лично. Что касается государства, ну вы знаете, сейчас все живут экологическими проблемами. Мы не можем быть в стороне. Если экология, если чистота, уровень людей совсем другой. Поэтому я очень щепетильно, очень внимательно отношусь к экологическим вопросам. И когда мне доложили, что тут дурно пахнет где-то, разборки были жестокие. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Запомните, воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение, ну, у вас этого хватает. Это у чиновников, у них меньше движения, поэтому я утром сегодня проснулся в 6 часов, к 7 я уже вышел на лыжню, она у меня еще сохранилась, и набегался там. Это заряд на целый день. И дальше надо нормально питаться и дышать свежим воздухом. И будете здоровыми. Это предприятие полного замкнутого цикла. Поэтому здесь сделано все по высоким стандартам, на которые только способна сегодня мировая промышленность, которая производит соответствующее оборудование.